Всемирные хоровые игры проходят в России впервые. Международный фестиваль раз в два года на разных континентах собирает неравнодушных к музыке. Цель творческого состязания – соединение в мирном и честном конкурсе поющих людей и народов. Представлять нашу страну выпала честь одному из ведущих коллективов Оренбуржья – детскому хору областной филармонии «Новые имена» под руководством лауреата премии «Оренбургская лира» Марины Туркиной. Мы принимаем участие в конкурсе чемпионов. То есть мы первый этап, который открытый конкурс называется, как бы уже еще не участвуя в конкурсе, мы его уже победили. То есть мы заявили о себе, что мы уже чемпионы. Это очень смело с нашей стороны, но мы, конечно, будем бороться в горячей битве, но надеемся на победу. Для выступления в Сочи «Новые имена» приготовили 15-минутную программу. В нее входят 4 произведения – географическая фуга Эрнста Точа, голос неба из кантаты Владислава Панченко «Вифлеемская звезда», полет шмеля Римского-Корсакова и русская народная песня «Барыня». Репертуар подбирался в муках, потому что очень много красивых произведений, которые мы очень любим, «Золотой фонд» нашего хора. Вот. Но мы подбирали, еще и учитывая идею Олимпиады, это единение мира. Программа произвела на отборочную комиссию сильное впечатление. Сейчас мы с вами увидели вот эти 15 минут, которые результат большого труда не только хореографов, вернее, не только хормейстеров, но еще были подключены профессиональные хореографы. Конечно, это подготовка родителей, непосредственно детей, то есть это и строгий отбор, и репертуар. Волнительное событие, но сегодня по настрою наших юных музыкантов мы понимаем, что они готовы достойно нас представить. У ребят есть очень хороший опыт – побеждать. А это значит, они обязательно громко заявят о себе всему миру. Пожелаем хору «Новые имена» удачи!